Телеканал КРТ представляє. Зараз виходить так, що держава наша, вона каже, деякі проблеми ви маєте вирішувати за свій рахунок. Про що я кажу? Перше, це стосується того, що люди, які зараз прилітають в Україну, вони мають піти на обсервацію, але на обсервацію за свій рахунок в готелі. Тобто, ну це желательно п'ятизвездочно. Ну, да, бажано. Ну, щоб туристичні, щоб вони приналежали туристична галузь у нас Зеленському или его команде. Да. Ну, це от перше, що, в принципі, мене так, ну, вразило. І друге, це те, що в Тернополі звільнилося 8 лікарів інфекційного відділення. Бо вони сказали, за 4 тисячі гривень вони не хочуть ризикувати своїм здоров'ям. Уявіть собі, 4 тисячі гривень – це менш, ніж $200 на місяць. Люди отримують люди, від яких залежить наше життя. От оці два питання, будь ласка, лікарі і обсервація. Ваша думка? Давайте так. Як ви це оцінюєте і як би ви вирішили в якості людини, там, прем'єр-міністра або міністра економіки? Давайте почнемо з врачей. Це головніше, ніж п'ятизвездочний готель Зеленського. Короче, так вот, смотрите, государство держится на трех столпах. Медицина, образование и армия. Образование у нас условное. Если бы у нас было образование такое, как в Советском Союзе, у нас бы не было майданов. У нас бы их трех зубы с тремя зубами во рту не кричали бы, мы вам покажем, как надо жить. Не было бы вот этого бардака, гражданской войны и отчуждения территорий. Ну, единственное, что я хотел бы сказать, в 91-м году появились эти люди, и это они были выходцами Радянського Союза, в принципе, и той системы освіти. Вот рушійна сила Майдана в Западной Украине, там всегда было образование условно, я говорю за села. Курицу принес, пятерка, огород вскопал учителю, четверка. Вы же сами понимаете, какой сейчас образование. Сейчас, если взять по-настоящему, вот честно, вот признаться, вот миллионы украинцев, признайтесь сами себе, как вы получали диплом. Вот с высшим образованием спросите у любого. Дипломная работа. Название дипломной работы. И все, и привет. 80% высшего образования, дипломы, куплены за качки, гусы и картоплю. Переходим к медицине. То же самое. Врачей нельзя унижать. Ни учителей, ни врачей, вот эти столпы, на которых стоят, стоит государство, ни армию. И человек, который пришла беда в страну, да сделай доплаты. Сделай там почасовое, там врач получает, например, там 100 гривен в час, медсестра 80, и нельзя там врач 100, а медсестра 20. Нет, такого не должно быть. Врач 100, медсестра 80. Сейчас нужно им доплачивать, нужно вливать деньги, вкидывать. Мы развалили, к сожалению, и образование, и армию, и медицину. И из-за этого мы страдаем. И вот после того, как мы эти унизили категории, и расползается страна, и будет расползаться страна. И у меня вопрос, те, кто будут сейчас визжать и кричать, ай, в самую тяжкую годину покинуло это. Ну, нужно было сказать, ты пошел за 4 тысячи умирать, вот грубо говоря, умирать. И то, что врачи, или даже в той же Российской Федерации, или в Белоруссии, я говорю просто за наших соседей, чтобы там не говорить Западная Европа, а вот наши соседи, как там отношение к врачам и как у нас. Вот вам простой пример. И не будет порядка, и не будут работать люди, особенно когда такая ситуация, когда ты в небо, между небом и землей. Но никто не думает, что у этой медсестры есть дети. Есть внуки.
Она же заразить может, и что, за 4 тысячи? Простой даже пример. Она вылечится потом за эти 4 тысячи? Или те, кто думает, что она там такая плохая, что бросила свой пост, думают, что ее лечить будут? В конче заспе? Будет вместе с Зеленским рядом кровати, что ли, лежать? Нет, все за свои деньги. Поэтому люди везде люди. Хочешь результат, помните, вот простой пример напоследок. Хочешь, чтобы лошадка пахала, овсом не накормишь, лошадка не пойдет. Вот и все. Добре, а що стосується людей, які з відпочинку повернулися? Як вам рішення? Філігранно ж зроблено, так? Ну, отлично, це все нормально. Смотрите, що зараз робиться на Западній Україні. Які кілометрові черги йдуть. Я просто хочу звернутися до жителів України, особливо до Західних регіонів. Я заробляю собі на Западі, я там приїхав, я там... Пан хороший, да там пан так относится, а пана жареный петух в одно место клюнул, пан от тебя избавился, как от ненужной вещи сразу, в секунде, в минуте. Почему они там не остаются? Да их выкидывают оттуда. Люди добрые, вы что, не понимаете? То говорят, что они оттуда едут? Да они оттуда едут не от хорошей жизни, потому что их выбросили оттуда. Дальше. Вещаю, тут мне нравится вот это, там, новый канал, вот эти все разжигатели войны, ICTV, там, Притула этот, условно-адекватный. Все кричат с экранов нам, самоизоляция, будьте самоизолированы. Давайте так, Киев, возьмем Киев, простая семья, там, мама, папа, двое деток. Папа не на работе, мама не на работе, снимают квартиру. За квартиру нужно платить? Нужно. Кушать надо? Надо. Уже 2 недели, сейчас еще месяц. Это люди без зарплаты. Хозяин приходит, говорит, давай деньги за квартиру. Они говорят о самоизоляции, как, знаете, в каком-то сказочном сне, в каком-то, не знаю, в таком мире супер отличном, что ты можешь и отдыхать, и в интернете сидеть, и книги читать. И месяц, и два, и три. Да полгода, что там месяц, три. И вот они не понимают. Люди выходят, и они там, мы сейчас будем крутить руки, крутить ноги. Вопрос, вы вот никогда не задумывались, что человек, который без денег сидит, и он понимает, что завтра их тоже не будет. У людей нету подушки даже безопасности. Как они не могут понять? Люди от будня до полудня. У людей нет свободных денег. Их не существует. В Украине у людей не существует свободных денег. В большинстве. Это все миф, что там какая-то подушка или это. И у человека выбор. Или ты умрешь с голоду, или ты умрешь от коронавируса. Но с голоду уже, а коронавирус еще вопрос. Вот поэтому люди и ходят на работу и стараются где-то что-то заработать. Зарубичане, те, которые возвращаются, что государство поняло? На них тратить бабло зачем? Не надо ничего тратить. Они богатенькие с Европы приехали, давайте все за свои деньги, мы вам ничего не будем, еще и заполним гостиницы, бизнес, как они что хотят на самом деле, вот. Вы поймите, дорогие украинцы, за счет беды, за счет зарубичан подпитать экономику, поддержать ее, как говорится, перезапустить. Сейчас этот бизнес стоит бизнес, и квартиры, и гостиницы, и кафе. Вот они, западные регионы, это всегда депрессивные, аграрные регионы. И вот они сейчас хотят влить новую кровь за счет человеческих слез, мозолей. Вот что они хотят. Это на самом деле трагическая ситуация. И вот смотрите, стоит толпа, ну, несколько сот тысяч человек. Там, если хотя бы один больной коронавирусом, вы представляете, что сейчас будет? Вот о чем власть должна позаботиться. Власть что должна сделать? Смотрите, как в Италии. Вот опять же, возвращаясь к Италии. 600 евро платят каждому итальянцу, потому что тот, который сидит дома. И у нас государство должно селить бесплатно
И кормить бесплатно, и лечить бесплатно. Снимайте деньги с войны и делайте дело.